период, когда коронавирус начал распространяться по стране, особенно остро сказалась нехватка медиков. Как нельзя кстати пришлась программа с дипломом в село. Сейчас в Весильской центральной районной больнице трудится молодой специалист, который нисколько не жалеет о своем выборе. Я родился и вырос в Шымкенте. С детства мечтал стать врачом. Когда же получил диплом, раздумывать не стал, уехал в село. Сначала отработал врачом общей практики. Сейчас я хирург из Сильской районной больницы. Здесь я быстро адаптировался, получил подъемные и другие льготы. Местные отзываются о молодом враче как о грамотном и ответственном специалисте, знающем свое дело. У вас есть район Аксай. Он всегда проконсультирует. Заметно, что работу делает с душой. Очень близок к людям. С ним несложно найти общий язык. Несмотря на свою молодость, могу сказать, что это квалифицированный врач. Приезжая с дипломом в село, молодежь действительно получает много возможностей. И самое главное из них – реализовать себя как востребованного специалиста. Зарина Дюсюкеева, Мадина Смагулова, Колымбек Мухамеджанов, Ермек Махметов, Жахангер Мукамбетов, Кокша, Парад.